Все це і не лише. Ми поговоримо із російським соціологом, експертом із соціології інтернету, розвитку соціальних мереж. Ігор Ейдман з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас в ефірі. Чи розумієте ви українську? Одразу перепитаю. Здравствуйте. Так, ви мене розумієте, я можу говорити українською. Я не все розумію, к сожалению. Хорошо, тогда я только что мы посмотрели свидетельства людей из Бучи, они рассказывали о том, как себя вели российские военные в их городе. И после этого сразу же опрос Левада-центра, я зачитала результаты, 51% россиян сказали, что испытывают гордость за действия Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, а чем так гордятся? Дело в том, что среди этих 61%, да, которые испытывают гордость, я думаю... 51%, больше... насколько я поняла. А, 51%, да. Я думаю, больше половины, даже скорее подавляющее большинство, они просто вообще не представляют совершенно, что происходит реально в Украине. Они вообще не представляют, что это такое агрессивная война, которую ведет российская армия против народа Украины. Они живут в той шизокартине мира, которую им создает российское телевидение. И вообще российское государство, государственная пропаганда. В этой картине, эта картина мира, в которой они живут, настолько же далека от реальности, как, я не знаю, там какой-нибудь эпос, да, Гомера, далек от реальных исторических событий, которые тогда были. Это искусственно созданная виртуальная реальность, такое королевство кривых зеркал, где все поставлено с ног на голову и с головы на ноги. То есть все перевернуто абсолютно. Все, они живут в той картине, которую им вот совковые лопаты им подносят пропаганды. И они оттуда это, что называется, грубо говоря, хавают. Вот эту мерзкую, лживую до конца пропаганду, которую им подносит российское телевидение. А при этом 31% сказали, что испытывают страх. А кого или чего они могут бояться? 31% это более адекватные люди. Это не значит, что они там все оппозиционеры какие-то, да, и борцы за мир. Они просто, скажем так, не в такой степени зомбированы пропагандой, чтобы пропаганда подавила в них один из основных инстинктов, да, человеческих. Это инстинкт самосохранения. То есть они понимают, несмотря на пропаганду, что это война, которая может коснуться их непосредственно, в той или иной сфере, мере, их родственников, их близких, их лично, или коснуться их материального благополучия, или коснуться их жизни, безопасности. И поэтому они, несмотря на то, что как бы тоже наверняка подвергаются вот этим излучению этой пропаганды, тем не менее, они все-таки, она все-таки не перебивает в них страх. Может быть, перебивает в них какое-то, не знаю, там, сострадание, совесть, но страх не перебивает. А можно ли из этого сделать вывод, но все-таки 31% это не так уж и мало, что пропаганда начала терять свое влияние на россиян? Ну вот как бы я слежу внимательно за всякими опросами, я потом еще скажу, почему им, конечно, верить до конца нельзя, но тем не менее они, по крайней мере, динамику они отражают, да, то есть они все, они некорректны, неадекватны, но так как они одинаково некорректны, они одинаково неадекватны в любой момент времени, поэтому, может, если следить по динамике, то можно тенденции понять все-таки. Так вот, динамика такая, после начала этой преступной войны произошел резкий скачок рейтинга Путина и вообще рейтинга государственных структур, скачок произошел примерно там где-то на 15%. Дальше это все замедлилось, и он фактически встал, этот рейтинг. То есть по этим данным можно понять следующее, что, значит, поначалу вот это ожесточение пропаганды, мобилизация усилий пропагандистских, которая произошла в первой там неделе с 24 февраля, она привела к, ну, должным, к необходимым российским властям результатам. Но потом как бы ее экспансия пропаганды закончилась. Теперь она работает на удержание уже полученного результата. Удержание этого большинства, которые поддерживают в той или иной степени войну. И опять же, тут возникает вопрос, насколько сознание россиян может, осознать, да, объять вот то, что на самом деле произошло в той же Буче, то, что их соотечественники там натворили.
Ну, я вам скажу, я постоянно общаюсь с россиянами, и причем не только со своими единомышленниками, да, но и со своими там знакомыми, родственниками. Вот те, кто подвержен пропаганде, да, кто смотрит телевизор, а таких большинство, особенно в старшем поколении, где-то 40, там еще молодежь, она меньше, она не смотрит телевизор практически в районе 20 лет, а вот после 40 не смотрят все. Она просто не верит в это все. Они считают, что это все инсценировки. Они верят в то, что российская пропаганда сейчас активно, значит, посылает такой месседж населению: не верьте, это инсценировка. И народ не верит, реально не верит. Вот это наблюдение эмпирическое, что называется, опытом. Поэтому они не могут, они не рефлексируют. Таких вот людей, таких откровенных фашистов, которые говорят: да, мы ведем войну на уничтожение, мы там всех победим, мы там, ну да, погибли мирные люди, но это нормально для войны. Таких меньшинство. Вот по данным есть такая социолог, да, Трилена Конева, она довольно-таки более сложные проводила исследования, чем основные центры социологические. Так вот, у нее вывод такой, что из 60% людей, которые поддерживают вот это большинство за войну, да, 60%, 40% не понимает, что происходит в принципе, и только 20% понимает, что идет, да, война против Украины, настоящая, с целью уничтожить эту страну и захватить ее, но при этом они понимают и поддерживают. Это около 20%. Вот это 20% это вот такие отмороженные фашисты. Но надо сказать, что их, конечно, меньшинство. Так, ну, тем не менее, они там есть. Тогда, знаете, возникает тоже вопрос такой, насколько общество готово изменяться, либо каким-то изменениям, и коллективный Путин, он вообще может измениться как-то в каждом россиянине? Коллективный Путин умрет в каждом россиянине только вместе с физическим Путиным, с индивидуальным Путиным. Потому что пока диктатору власти, пока его пропаганда работает на оболванивание масс, ничего не изменится. Это вот как было со Сталином, да? То есть Сталин, когда Сталин умирал, значит, российский народ там ревел, значит, стонал и так далее. А буквально через 3 года уже также, значит, его развенчивали, памятники его сносили, портреты рвали. То есть пока держится вот эта власть, да, этот режим, конечно, никаких изменений не будет. Но если ему, не если, а когда ему сломают шею, а я думаю, что изнутри страны конец режиму не придет. Ему придет извне. Вот когда они окончательно начнут воевать там со всем миром и потерпят полное поражение, когда их разгромят к чертовой матери, тогда народ, значит, подбирая оставшиеся пожитки, да, еще не разрушенные войной, будут проклинать Путина за то, что он в это все их тянул. Но до этого момента они будут до последнего цепляться за эти все мифы о том, что... Это как было как с Германией, да, вот почитайте мемуары. В 45-м уже году, то есть до конца рейха оставалось там несколько месяцев, даже несколько недель, а немцы еще рассуждали многие, так что, ну ничего, все сейчас плохо, но Гитлер, он все-таки умный, он что-то придумает, он не даст пропасть Германии. Так что это все только когда вот разгром рейха наступит, тогда и прозрение наступит, не раньше. И тоже, знаете, при этом такая вот возникает ситуация, что... Это, правда, другой опрос. В ЦИОМ, там вообще, я так понимаю, верить ему последнее дело, но тем не менее. А там вот эта динамика как раз прослеживалась, о которой вы говорили. В первой неделе войны поддержка Путина, одобрение там было, да, 74%, через 2 недели 77,2%, а потом до 81% доверие поднялось и до 79%, прошу прощения. Вот, то... Это говорит о том, что... О чем это, вернее, говорит? Это говорит о том, что люди поддерживают войну, о том, что они поддерживают Путина, или что они боятся отвечать на вопросы социолога в России. Тут все, это как бы все сочетание всех факторов. Безусловно, пропаганда работает на большинство населения. Но это не 80%, меньше, но трудно судить. По некоторым данным это 60%. Тем не менее, большинство населения находится под воздействием пропаганды. Но опросы эти увеличивают процент тех, кто одобряет
Путин одобряет войну по сравнению с реальной ситуацией. Почему? Потому что те, кто не одобряет, они в большинстве своем на вопрос отвечать опасаются. И как есть такой термин «достижимость», да, в социологии, то есть достижимость респондентов, которые отвечают, она абсолютно коррелирует со степенью их лояльности. Лояльным бояться нечего, они с удовольствием отвечают. А те, кто не лояльны, они в большинстве предпочитают послать социолога подальше. И надо сказать, что вообще как бы большинство людей, к которым обращаются социологи, отказываются отвечать. Ну, конечно, отнюдь не все из них, потому что боятся сказать правду. Многим просто некогда и вообще неохота отвечать. Но, тем не менее, это все очень сильно смещает результаты в пользу того, в пользу лояльной аудитории, в пользу тех, кто поддерживает Путина, которые с удовольствием, радостно, значит, солидаризируются с политикой правящей верхушки. А те, кто против, они, конечно, 10 раз подумают перед тем, как отвечать в условиях, в общем-то, репрессий, в условиях того, что теперь, значит, уже против войны быть или вообще войну называть войной, это в России это уголовно наказуемое деяние. Такого не было даже, по-моему, в 84-м году Орвелла. Там был лозунг «Война – это мир», но того, чтобы, за то, чтобы сказать, что война – это война, давали срок, это, по-моему, только в путинской России до этого додумались. Поэтому в такой ситуации, конечно, противники войны в большинстве своем, я уверен, отказываются просто участвовать во всех опросах. А вообще можно сказать, сколько граждан России могут назвать войну войной? Вот, знаете, вот те люди, которые, несмотря на вот эти ситуацию, да, этого давления и психологического, и даже, в общем, насильственного, да, и давления правоохранительных органов на общество, даже несмотря на эту ситуацию, они отвечают социологами, что мы против войны или что мы испытываем стыд, это вот как раз те люди, которые не боятся назвать войну войной и не боятся выразить свое отношение к ней, несмотря на возможные репрессии. Я сейчас не помню, какой там у Левада-центр, сколько процентов сказали, 5%. Что они испытывают стыд? 5. Вот 5%. 5%, это, кстати, довольно много, не поверите, для 140 миллионов страны. 5% это у нас будет 7, по-моему, миллионов, если я правильно посчитал. Да, 7 миллионов. А 79% одобрения действий диктатора в диктаторской стране – это много или мало? Это, в общем, учитывая, что это не просто одобрение реальное, а декларируемое одобрение, это не так много. Если мы вспомним времена СССР, то там, например, на выборах за блок коммунистов и беспартийных, так это называлось, голосовало 99,9, примерно 9% избирателей. То есть тогда... То есть расти есть куда. И в Туркмении больше голосуют за власть. То есть расти в кавычках путинскому режиму еще есть куда. До Северной Кореи еще далеко. Надо, но туда идут. А дорастет ли режим или не успеет, как вы думаете? Вот я тоже надеюсь, мы все с вами надеемся, что у него времени нет уже дорастать. Потому что, как я говорил, я не верил, честно вам могу сказать, я давал интервью разным СМИ, в том числе и вашему, по-моему, телеканалу или каким-то, ну, каким-то украинским телеканалам множество интервью дал. И я был уверен до войны, что Путин, не до войны, конечно, война шла, но до вот этого массированного вторжения 24 февраля, что Путин побоится, что да, он может локальную какую-то войну начать, но побоится глобальную какую-то войну начать с Украиной, там, бомбить Киев, Харьков. Это, я понимал, что это самоубийство для этого его режима. Это было, ну, очевидно для любого человека нормального. Но, тем не менее, эти безумцы на это пошли. Конечно, они пошли. Ну, значит, эта власть абсолютно неадекватна. Это власть больных людей психически. И, соответственно, такая власть, конечно, долго удержаться не может. Они, конечно, себе сломают шею. И я думаю, в обозримом будущем. Другой вопрос, сколько до этого крови они прольют, сколько людей уничтожат, и когда это все произойдет. Вот это абсолютно проблематично и пока не очень понятно. Ну да, мы пока только увидели последствия в Буче, а сколько еще остается у нас оккупированной территории. Да. Тем не менее, вы говорили так о том, что еще возможна схватка с другими странами. Вы же не санкции имели в виду, правда?
Знаете, нет, санкции, конечно, тоже это своего рода экономическая война, и она усиливается. Вот не далее, как завтра будут новые европейские санкции, в том числе и впервые уже по энергетическому сектору. И, собственно, эта война, она Путину, может быть, даже в какой-то степени опаснее, чем горячая война. Это во-первых. Во-вторых, есть следующий момент. Я просто верю, что Путину украинцы сломают шею на дальних поступах к Европе. Но если, не дай бог, он куда-то пройдет через Украину дальше, то война его с НАТО, я считаю, абсолютно неизбежна. Потому что он совершенно сошел с ума, отвязался, с одной стороны. С другой стороны, настроения в НАТО уже тоже такие, что терпеть больше это невозможно. Просто невозможно, потому что этот режим, это прямая угроза безопасности. Маньяк сидит рядом с ядерной кнопкой, в любой момент может на нее нажать. Поэтому оставлять его там невозможно тоже. Особенно американцы к этому, мне кажется, склоняются. И совершенно не случайно, что Байден постоянно подчеркивает, что Путин военный преступник. А раз он военный преступник, то с военным преступником любые методы хороши, в том числе и радикальные. А в Европе готовы к радикальным методам? А вот хотя бы знаете, насколько радикальным? Вот как вы думаете, Германия от российского газа сможет отказаться? Это же радикально для них, я так понимаю. Германия от российского газа, безусловно, откажется, уже объявила об этом. От российской нефти тоже. От российского угля она откажется, как я понимаю, завтра. От российской нефти в течение года. А от российского газа в течение там, ближайших, по-моему, пары лет. Это такая официальная позиция. Но я думаю, что вот эти все жуткие совершенно события, которые происходят в Украине, они явно не собираются останавливаться, маньяки эти. Поэтому я думаю, что это, как бы не хотелось Германии отложить это расставание с российским газом, оно произойдет гораздо раньше. Тут есть какой момент? Просто для Германии отказаться вот в момент какой-то от российского газа, там завтра, например, это примерно то же самое, что потерпеть крупную техногенную аварию. То есть станут производства, станут электростанции, поэтому они пытаются это сделать ну, поступательно, чтобы это не так было. То есть все равно будет болезненно, но не так болезненно. С Катаром договариваются, оттуда газ получается, Америка по поводу сжиженного газа договаривается. То есть это, на это уйдет там, какие-то месяцы. Но я уже думаю даже, что годы не уйдут, несмотря на все пока заявления Шольца о 2014 каком-то году. Пройдет это быстрее. А вот вообще откуда взялась такое, вот скажем, тесное такое сотрудничество Германии с Россией, потому что и давайте Шрёдера також вспомним, и то, что Меркель тоже там много чего интересного, оказывается, делала. Почему у них такое взаимопонимание? Тут есть несколько моментов. Со Шрёдером там все понятно, это просто чистая коррупция, просто его купили. Ведь все сейчас ушли представители западного мира из российских... Да, вот Шольца мы сейчас небезызвестного наблюдаем в поле огня. Кого? Шольца. Шрёдер и Шольца нельзя равнять, конечно. Шрёдер – это абсолютная проститутка, купленная с потрохами. Шольц – это, в принципе, независимый политик. И Шольц, я хочу сказать, сейчас делает довольно много против путинской России. Просто он не афиширует. Вот если вот Борис Гордон – такой самопиарщик, и он, значит, чувствует себя, видимо, вторым Черчиллем, недаром он писал о Черчилле, биографию Черчилля писал, то Шольц, он такой типичный немец, он такой тихушник, ему понты не нужны, но тихо он свое дело делает, и оружие поставляет, и, что немаловажно, Германия сейчас стремительно собирается вооружаться, выделено 100 миллиардов на реконструкцию Бундесвера и вообще системы обороны в Германии. 100 миллиардов евро. Это огромные деньги. Когда они будут освоены и в дело вложены, Путин получит, если он доживет до этого времени, Путин получит в Европе вторую армию мира после американской. Потому что у немцев, кроме... Они все в последнее время экономили на обороне, все думали дружить с Россией. Теперь они экономить не собираются, а вот все остальное у них есть. И технологии, и грамотные офицеры, и умеющие подчиняться солдаты. Так что это будет вторая армия мира, я думаю, немецкая через пару лет. Так что Шольц – это другое. Я тоже не в восторге от его действий многих, но с Шрёдером его нельзя равнять. А вот по поводу госпожи Меркель, вот ей в том числе поступило предложение посетить Бучу, посмотреть на результаты своих действий в свое время.
Меркель, вообще, конечно, они сделали, конечно, тотальную ошибку, немецкие элиты. Они просто они в 90-е годы решили, что Россия, в России, значит, демократия, и с Россией надо сотрудничать. А это очень хороший рынок, хороший рынок, с одной стороны. С другой стороны, хороший поставщик, то есть у которого много всякого добра, которое нужно немецкой экономике. Прежде всего, для немецкой энергетики. Газ, нефть, там, уголь и прочее, прочее. И долгое время они делали вид, что ничего не происходит. В 2014 году, надо сказать, что Меркель была шокирована и говорила там, что ну, довольно резкие вещи. Но потом в какой-то момент ей не хватило, я думаю, воли изменить радикально немецкую политику. Не хватило воли изменить политику. И тут еще другой момент есть. Меркель, это она такая, она христианский политик, христианский демократ. И партия у нее христианско-демократическая. И она ментально пацифистская. Она, например, запустила полностью, кстати, это еще и Шрёдер начал делать, немецкую оборону, бундесвер и прочее. Она вообще этим не интересовалась. Интересовалась какими-то климатическими вещами. Например, вот это экологическое, большое экологическое движение в Германии, оно, которое Меркель поддержала, оно привело к тому, что они закрыли атомные электростанции после этой катастрофы на Фукусиме в Японии. Закрыли напрочь атомные электростанции, попали теперь расхлебывают действия эти свои. Да, и попали еще больше в зависимость от энергоресурсов российских. Надо сказать, что французы ничего не закрыли, продолжают развивать атомную энергетику, и ничего у них там не взрывается. Да, кстати, Богу. Да, господин Алант тоже приглашен в Бучу, поэтому ждем их тут. Тем более, мэр сказал, через неделю уже можно будет попасть. Сейчас в городе убирают трупы, его разминируют. Ну а для тех, кто в Бучу ехать не хочет, то Буча может прийти к ним. От у центрі Москви активіст влаштував перформанс у пам'ятих закатованих та вбитих мешканців української Бучі. Він лежав із зав'язаними руками, імітуючи ті пози трупів, які знайдені на території містечка та інших київських передмість. Фото з цієї акції виклав на своїй сторінці у Фейсбук російський опозиціонер Андрій Пивоваров. Однак на фото видно, що москвичі ніяк не реагують на цю акцію протесту і роблять вигляд, що нічого не відбувається. У коментарях до посту частина росіян повторила наративи Кремля про те, що це фейки, він знятий українською владою. І цитую, або це звірства нацистів та бандерівців. От, видите, то есть это стало таким, скажем, не знаю, образным так подведением итогов этого всего, что вот не замечают москвичи того, что происходит, и если замечают, говорят, что это просто фейк, что это постановка. Вот почему так происходит, и насколько эта акция вообще, она могла, скажем так, тоже достучаться хоть до кого-то? Не был смысл. Ну, смысл это был акция, однозначно, да, я согласна тут без вопросов. Эта акция прекрасная, конечно, но это абсолютно локальная вещь, которая никогда ни до кого, конечно, достучаться она не может. Дело в том, что в России есть довольно большая группа людей, которые все понимают. Да, это вы знаете, как вот у Стругацких в одном из их романов, там такие были. Ну, вот такие излучатели, которые на все население действуют, зомбировали население. Это на все население обитаемый остров, да, наверное? Обитаемый остров, да. А были такие выродки, от которых от этих излучателей просто коробило. Им было плохо от них, они на них не действовали. Вот абсолютно такая ситуация, их было меньшинство. Абсолютно такая ситуация в России. Есть, существуют люди, на которых эта пропаганда не действует, которые все прекрасно понимают. Их не так много, но и не так мало. Я могу сказать, что я жил в России в разных местах. Я сначала жил в Нижнем Новгороде, родился там много, провел время, потом в Москве, сейчас в Берлине живу. Так вот, у меня сохранились связи. Есть в Нижнем Новгороде довольно большое комьюнити моих старых знакомых. Это не обязательно какие-то диссиденты, но они все понимают прекрасно, абсолютно точно. И в Москве это все есть. Но основная масса, и об этом говорят в том числе и те люди, которые сохраняют здравый смысл, им довольно очень тяжело сейчас находиться в России. Потому что основная масса все-таки не понимает. Она находится вот под излучением этих, значит, станций, да, пропагандистских. Более того, сейчас такая форма появилась, довольно самая распространенная, голосование ногами. То есть люди уезжают просто из страны. Потому что мало кто, как Навальный, готовы сидеть за свои убеждения в тюрьме. Я и сам не из них, кстати. Но что делают люди? А жить они не могут в такой ситуации. Их просто коробят это все. Им тяжело, они не хотят платить налоги этому государству, чтобы их деньги потом шли на войну. И таких людей уже сотни тысяч.
Одних программистов, по официальным, заметьте, данным, уехало только за один первый месяц войны 70 тысяч, и за второй предполагается, что уедет около 100 тысяч. Ну, знаете, при этом DDoS-атака на украинские правительственные сайты производилась с территории Китая, и мне кажется, что это как раз те же айтишники, которые уехали, могли это делать, российские вполне. Не думаю. Я думаю, что это делают такие вещи спецслужбы. Такие айтишники вообще, они люди сами по себе, это вольные художники. Есть в России огромные информационные войска, они так и называются, да, есть ГРУ, есть ФСБ, там сидят толпы этих хакеров, и они, естественно, этим всем занимаются по всему миру, они же там взламывали почту Клинтона, они же взламывали почту Макрона во время выборов, ну и так далее, то есть это серьезная работа, такую не доверяют просто иммигрантам каким-то. Так, понятно, не все так просто. Но, с другой стороны, да, вы же понимаете, что после того, что мы увидели в Буче, особенно люди, которые в Киеве живут, и это часть их жизни, что ну, ответственность каждого россиянина теперь перед тем, что случилось. Знаете, вот это вопрос, знаете, какой? Вопрос коллективной ответственности. Что такое коллективная ответственность? Что такое россиянин? Вот я, например, россиянин, да, я родился в России. Мама моя родилась в Киеве. Вот, значит, с таким же успехом я могу просто считать себя украинцем, потому что у меня мама родилась в Киеве. И кстати, в семье моей матери все симпатии, хотя они же жили в России, но симпатии все всегда были на стороне Украины. Очень переживали. Они уехали из Киева в эвакуацию во время войны, когда наступали нацисты. Сейчас они второй раз наступают. Так вот, значит, и симпатии не всегда были на стороне Украины, Россия, и вот их город, вот этот Горький тогдашний, казался таким холодным даже не столько по погоде, сколько ментальным. А Украина представлялась каким-то потерянным раем. Киев – потерянный рай для них. Так что это все вопрос очень субъективный, да? Вот есть объективная вещь – кто платит налоги? Вот если кто-то платит налоги, российский бюджет – налоги, на которых потом власти ведут войну, это, я считаю, реально преступление. Просто уже сейчас преступление. Я налоги не плачу в России с 2009 что ли, года. Так что я не испытываю здесь какое-то чувство вины. Я против Путина боролся и борюсь все время. И я, более того, я сейчас уже не ассоциирую себя впрямую с Россией. Я человек мира. Для меня Украина сейчас гораздо ближе, чем Россия. Я делаю для Украины... То есть для России ничего, для путинской России, путинского режима я ничего хорошего, кроме плохого, не делаю. А для Украины стараюсь делать как можно больше. Да, Игорь, еще да, попрошу вас подтянуть язык, чтобы мы с вами на украинском могли общаться дальше. Да, да. Игорь Эйтман. Мне тяжело, мне и так здесь на немецком приходится общаться, я же в Германии живу. Да. Игорь Эйтман, напоминаю, с нами был на связи, я вам дякую дуже, мы повертаємося до нашої студії, далі йдемо.